эта история. Пусть люди и красавицы... А, вот каравон пошел. ...традиции помогают найти счастье. Пусть каждый сегодня сможет встать в круг. Уважаемые почетные гости, мы приглашаем вас в первый почетный каравонный круг. И год... А, вон оно что. И год будет непременно удачным. Лето урожайное, а семейная жизнь будет счастливой. Это... Пусть будут все самые... Это каравон под запев бабы Кати Котеловой, которой сейчас уже нету, знаменитая запевала. Именно этой технике пения сегодня пытался учить фольклорист Кабанов. Это тренировка накануне. Вот тут группа поддержки сидит. Водители автобусов в ожидании, когда будет очередное задание. Стулья для гостей. И вот такая примерно обстановка. Здесь сегодня с самого утра. Завтра утром будет, видимо, еще более напряженно. Но высокая ответственность, потому что приедут руководители республики. Говорят, что президент в этом году не приедет. Приедет спикер Мухаметшин. В общем, государственный праздник должен быть проведен на уровне. А уж что до народного праздника, это дело самого народа, не государства. Ну вот, это репетиция генеральная. Ночь накануне каравона. Искусственный колокольный звон, режиссура и так далее. А уж сохранить ли свой праздник? Это дело народа, нас с вами.